Здравствуйте, сегодня будем ставить стекло на 124-й ремкомплект ТРСОМ. В комплект входит обезжириватель, праймер. Праймер мы мажем на стекло по кругу. И если туда можно, здесь была ржавчина, не закрашена. Сюда тоже помажем. То есть ржавчину зашкуриваем, все лишнее убираем, помазываем этим праймером. Это уже намазано, да, у вас? Да, это уже намазано. Пользуйтесь перчатками и респиратором, желательно. После чего понадобится нам пистолет. Герметик лучше разогреть, прежде чем использовать. Защитная мембрана, ее пробейте чем-нибудь. Кипело, да? Не сдается, зараза. Ну и что? Все. Легко ничего не бывает. Мы ее порвали. Не мы, а вы. Все установлено. Также в наборе будет иметься такая пробка, который пробиваем. Все, она нам не нужна, можно выкинуть. Это специальный суп, короче. Да, такой, как порезан, носик. Да? Нам нужно на данную модель автомобиля, чтобы установить стекло, нужны нам какие-нибудь подкладки, подложки 5-миллиметровые. Взяли мы шпатель. Такой шпатель был запущен под такие вот квадратики. По 5 миллиметров, да? Да, чтобы можно было их поставить. По углам. Да. И саму эту здесь нету разметки 15 миллиметров. Надо будет приблизительно порезать 15 миллиметров. Сейчас она сама 10 миллиметров, вот отметка 13. Но нам 13 тоже хватит, я думаю. Порежем на 13. Давайте, мы с вами. Есть 13, нету. Еще режем. Тринадцать миллиметров. Гребешок будет составлять. Понятно. От самой плоскости ставим так. И начинаем потихоньку двигаться, да? Да. И продвигаясь. Для ну чего давайте. Клей разогревать? Потому что у вас рука устанет промазывать весь клей по кругу. Так, обезжиривать. Еще раз обезжирим. Репертуар хороший у вас. Спокойно.
Это мы протираем, да, Жюши? Да. Перед поклейкой. Обезжиривателем протираем. Родным, да? Ну, живой. А разница есть, если друг каким-нибудь другим пользуется? Мы-то сделали до этого универсальным. Обычно. Я думаю, никакой не будет, но сделаю все равно родным. Смысл один, да? Обезжириватель. Да. Из имеющегося у себя опыта я сделал такой вывод, что лучше использовать все материалы, соответствующие друг другу, то есть одной фирмы. Хуже от этого точно не будет. Стекло новое, да, у вас? А? Стекло новое, да? И совсем недорого. Как будем любить? А сетка, наверное, что снимать? Лишнее время. Время, да? Паузу поставим. Процесс установки потом покажем. И начни мазать, потом остановлю. Да нет, зачем? Паузку пусти, я остановлю сразу. Так, подожди, покурим уже. А паузу делаете отдельно? Это потом опять. Начинай процесс. Это для уверенности такой большой зазор, наверное, делаете, чтобы высота позволяла во время давки стекла к машине. Очень терпеливый должен быть опыт в этом деле. Я одного парня видел такой пистолет воздушный, который герметик мажет. Там портится часто. Вакуумный какой-то. Он быстро там ложил. Но нам нужен сам процесс своими руками. Так, загрузочный этап. Поправки. Сразу лучше посмотрите, где что поправить, чтобы потом двойной работы не было. А вот я слышал, Мурат, то, что вы хотите в дальнейшем машину отполировать своими руками. Ну да. Заснять. Можно? И поделиться, не против? Я думаю, это в общее видео, наверное, попадет по восстановлению. Так, резинки. Вот они, наши резинки. Поставим их так, фиксирую, чтобы они не упали. Я бы до этого не догадался бы. Все приходит со временем, да? Эту ямочку кто-то специально сделали для него, да? Да, выемку. Какая была такая просто? Выемка. Выше подними, стой. Верхний выстави, верхний. У меня все готово.
Ребята, все, нормально. Отскаивай верхушку. Все, готов. У нас заранее готовые куски. Так, по бокам теперь что? Подожди. Надо посунуть. Мизинец. Посунь мизинец по бокам. Проходит? Может одну? Давай сюда, ко мне. А если одинаковый? Да. Ну, я подойду, по-моему. Что-нибудь? Чем-нибудь прижимать не надо, там колеса поприжимали, камеры засовывали раньше. Сама дама. Стекло может от этого лопнуть. От перетяга. А у меня был случай такой, что мне сосед помогал, стекло такое же стоит на 10-12 немножко. Пустой надавил он конкретно. Когда уже закончил, я отошел, руки побыл. Надавил. Вот так пошел, короче. Он извинился, когда вышел. Нет, давить не стоит. Можно стянуть веревкой, завязать, подложить аккуратно по всей, чтобы она равномерно давила, только в том случае. А так давить, чтобы где-то в одном месте где-то упор создавать не стоит. Если стекло не садится, значит кузов не отрихтован. Или отрихтован неправильно. Или забыли отрихтовать. Такое тоже бывает в Дагестане. У нас остается поставить молдинги, и все, стеклом можно будет пользоваться. Через часа два при температуре где-то 40 можно будет уже это все снимать и пользоваться. Ну, все это сделаем, проверим потом водой, будет течь или нет. Течь не должно. Вот наши подкладки, они сыграли свою роль, стекло стало на эти подкладки и не проседает дальше. Соответственно, со всех остальных сторон то же самое будет. Там, там и там. Вплотную она села.